Что делать? Какой алгоритм действий посоветуете? Ну, вначале есть такая процедура, как зафиксировать ДТП, да, это дорожно-транспортное происшествие, наезд на препятствие на дорогах. То есть надо понять причину возникновения, то есть либо это мусор, либо это несоответствующая дорога, зафиксировать, вызвать ДТП, сделать схему, а потом уже обращаться либо досудебное регулирование, либо уже с помощью адвоката, там адвокаты знают по гражданским делам, обращаться к собственникам дорог для возмещения ущерба. Просто наше латентное общество, оно немного инфантильное, оно не верит в правосудие и в большинстве случаев все делают за свой счет, потому что, ну, наверное, больше от юрбезграмотности. То есть, ну, опять же, давайте тогда будем наказывать людей помимо штрафами, так еще и возмещение материальных, так еще и моральных ущерб.